шапку одела, ты мою. Уже пошла. Трансляция? Угу. Привет, друзья. Всем привет. Меня зовут... Так, нифига тут ничего не видно. Извините, ничего тут не видно. Меня зовут Ирина Маркелова Агапова. Меня зовут Виктория Элвит. Я ее дочка. И мы будем худеть. Кто с нами, пока ждем народ, подключайтесь. Пока не... найдем да, штатив, найдем камеру. То есть камера у нас уже есть. Давай штатив, который на стол ставится, принеси он. Хорошо. В кухню. Пока останови трансляцию. Ее пока нельзя, она заново тогда пойдет. Один человек пришел. Привет, друзья. Мы пока ждем людей. Меня зовут Ирина Агапова-Маркелова. И кто будет худеть вместе с нами, ждите, потому что пока ждем. Были новогодние праздники. Поздравляю всех с Рождеством. И я набрала 5 килограммов за праздники. Привет, Дима. И надо худеть. Поэтому... Купила я очень много всего. Сейчас мы наберем друзей. Валера Тихомиров. Привет, привет. Привет. Кстати, Валерий, ты можешь вести трансляцию. Скачай себе на смартфон OKLive приложение. И можешь про мебель рассказывать, показывать. Вот. А кто будет худеть вместе с нами? Вот сейчас 9 человек. Дед Мороз пришел. Помнишь, Валерий, который... По скайпу мы общались, тоже пришел трансляцию посмотреть, в общежитии жить. Который Москву нас тащил. Дед Мороз и Снегурочка. Так, а как сюда ее подключать? Никак. Так. Нормально дела, у нас вообще погода отличная. Ну и кто будет это держать? Я... Давай штатив большой. Ну, книжки. Неси ее от Бориса штатив. Давай, нормально большой штатив. Так, 10 человек. Привет с Рождеством. Олеся, привет. Дима, как дела? Все отлично, погода у нас, смотрите, какая у нас погода, я живу в Ростове-на-Дону, у нас светит солнце, у нас плюс 2 градуса, вон травка зеленая, вообще, везде зима, а нам повезло, правда снег был, но он уже растаял у нас, сейчас дождь идет. Любишь подарки? Хикмет. А вот штативчик. Дед Мороз, брат подарок. Привет, Ириш, в Москве минус 29. Да, я сегодня с братом созванивалась, знаю, что... А в Мурманске минус 40. Вот у меня муж из Мурманска, там минус 40. Вот, принесли штатив, сейчас мы... Мы из... Смоленск минус 25. Как тебя зовут? Меня зовут Вика, Виктория Элвит. Ссылочка на мой канал будет в описании. В комментариях будет. В комментариях, да, в комментариях. Так, 12 человек. Очень приятно, Руслан. Спасибо. Сейчас мы поставим мне приятно, штатив. Руслан. Нет, ты его сюда, на стол. У нас, кстати, тут уже приготовилась водичка. Надо быстрее начинать. Рассказать про очищающие компоненты. Готово. Готово? На стол разве? Ну и как? Нет, я же тебя просила вот сюда сейчас поставить. Сейчас я закреплю. Мама, не толкай. Держи. Вас тоже с Новым годом, Дима. 14 человек уже. Давайте. Да, с Новым годом, вот елочка. Трансляция у нас называется «Худеем, кто со мной». Привет. Поэтому, кому будет интересно. Кто со мной худеть? Кто с нами худеть? Вообще, мне не надо худеть, но я и так не толстая. Так, а вот так вот можно? Сделать. Идеальная талия. Смотрите, я купила препараты, называется Лео. У нас 15:28 время, если что. Можешь стульчик сюда вот этот взять. Смотрите, тут есть кофе для похудения. Давай, стул бери. Угу. Называется Лео Вит. Я не рекламирую, там нет партнерской программы, поэтому просто буду рассказывать, делиться своими впечатлениями. Так, подарки все любят, и химы. Как зовут? Хикмет. В общем, тема у нас про похудение, мы начали. Это компания Леовит.
которая состоит из трех этапов. И вот первый этап я вчера начала, и ссылочка на мой канал будет под этим видео. Я и там на мой канал тоже. Начала рассказывать, как я начала худеть. По формуле Брока женщины должны весить рост минус 110 килограммов. Мой рост 175, а вес у меня, если отнять 110, будет 65, а у меня 75 килограммов лишних. Мне 12 лет. Да, дочке не надо худеть, но это она так, на трансляцию просто пришла. Не, я тоже хочу. До 18 лет нельзя, но что-нибудь я тебе дам. Да. Валентина Майсина, здравствуйте. Кстати, подписывайтесь худеем на трансляции и будете в курсе всех наших новостей. Еще подписывайтесь на мои трансляции, они тоже скоро. После этой трансляции будет трансляция на мои, вот моя трансляция с моей страницы. Да, кофе для похудения. Худеть, кстати, вещь не из дешевых. Привет. И это фруктовые батончики, очищающие батончики. Да. От них тоже можно похудеть. Не закрывай мое лицо. Но, кстати, их надо. Это реально, правда. Они такие малюсенькие. Худеем за неделю. Всего 3 этапа. Но вы не думайте, если батончик маленький, вы от него в туалет сходите, вот такую кучу накакаете. Это 2-й этап. Да, я расскажу про батончик сначала. Вика, твою ссылку в личку. В личку давай. Так. И фруктовые батончики на ночь, после всего, когда вы уже спать ложитесь, его съели, 2 не надо, лучше 1. Он малюсенький, но он подействует на следующий день аж к обеду. Ух ты, что это было? Вот лайки вот нам ставят. Спасибо. Вот. И ух ты! Ой, пока я не могу трансляция по телефону. Ты видишь, ой, смотри, сколько мне дарят. Это все мне. Да. И мы и так хороши. Короче, батончик очищающий, кушать на ночь и на следующий день ходить в туалет. Что внутри? А внутри у нас вот такие вот кашки, первые блюда, вторые блюда. Где купить? Купить можно в аптеке, я покупала, есть сайт, но я смотрела, если там на 2 недели берешь, то 500 рублей скидка. В общем, что в аптеке, что на сайте, цены одинаковые, но если вы закажете пересылку, вам будет пересылка еще дороже. Сколько вот будет этот стоить? Чемоданчик стоит 640 рублей, в нем на 5 приятные дней. Дамы. Спасибо, женщины, и так общаемся. Тут, в общем, на 5 дней, с 1 по 3 день написано. Завтраки, 4-й, 5-й день, в общем, 2 недели надо есть вот этот. Ой, спасибо, первый за подарочки. Этап. Пришла еще, внутри была вот такая вот книжечка. В книжечке у нас всякие рекомендации по диетам. Нас смотрят, кстати, 24 человека уже. Смотри, сколько подарочков. Да, спасибо за подарочки, за классы, очень приятно. Вот такая вот книжечка была. Смотри, как полетели, офигенно. И я очень тут приятно изучаю каждый день. И есть как еще называется, давай. Худеем за неделю. Спасибо за удачу. Фирма Лео Вит. Худеем вот за неделю. Вот. Такие. Есть 2-й этап и 3-й. Но 3-й еще нам рано, потому что 3-й этап это стабилизация веса. Когда вы очиститесь, первые 2 недели идет очистка. Там входят всякие супчики очищающие, батончики очищающие. Вот, в общем, вся гадость, которую вы наели за все годы или месяцы, надо все это почистить. Хай, детки. Потом, в общем, 1-й этап – чистка. 2-й этап – что внутри? 2-й этап будет снижение веса. Есть вегетарианское меню. Я купила. Я буду вегетарианское меню. Это без мяса. Я обожаю вегетарианское меню. Сейчас входящий вызов, подождите.